О. Креветки. Ням-ням-ням. Дюшес. Какая сладкая колючая водичка с этими кругляшками во рту, они сами лопаются. Короче, я пытаюсь свою нервную систему перенастроить, чтобы чаще быть в хорошем настроении, потому что когда у меня настроение хорошее, приколов куча там всяких, вообще там веду себя нормально. Но когда на меня скидывается много дел, я становлюсь раздражимый, потому что много о чем думаю, много процессов в голове, все нужно срастить. Вы же очень много чего не видите, типа работы, которая происходит там. С кем-то договориться, кого-то позвать, с тем договориться, чтобы что-то другое сделать, для того, чтобы другое заработал. Все вот эти процессы очень на эмоциональное состояние, да. Короче, хотелось бы из этого избавиться. Сори, если кого-то там... Типа, незамечено будет что-то сообщение и так далее. Просто хочу стараться забивать хуй на мнение, что пишут вообще. И вообще стараться не реагировать на это от слова прям вот совсем. То есть перестать смотреть нарезки и читать комментарии. Заходить в ТГ, читать комментарии, что пишут люди там, что они думают и так далее. Сори, если чего, кого. Еще. Скоро стартует конкурс от нас всех. Хозяйский конкурс. Советую следить за ТГ. Нашими мини. Зачитать, что будет в конкурсе. Один плюс в чат, тогда говорю, что будет. Короче, а вы пишите вот так. Мы готовы, скажи нам. Пожалуйста. Ну, для поддержки просто. Ну, что, как будто я не один, типа, и не просто так говорю, что вы меня поддерживали. Первый приз. One iPhone 14 Pro. Фиолкового цвета. Фиолют. Пурпул. Первое. Это только первое. Присяги, кто сейчас стоит, лучше присядьте нахуй. Это только первое. Мы взлетаем, ремни нахер пристегивайте, потому что уже, ну вы сами понимаете, что сейчас. Сейчас будет просто нахер расколбас. Это вам нахер не то, что там нахер. А это у нас нахер, это вообще нахер. Ясненько нахер. Все пристегнуты. И в чат, если пристегнуты, просто вот и когда пишешь, это вот звук вот этого прикосновения этого ремня к входу. Я сейчас прошу детей убрать от экрана. Второй приз. Я прошу, подготовьтесь. Ну, реально, морально вы должны быть готовы. Второй приз. iPhone 14. Три штуки. Гайк. Если... У вас еще не сложилось, не работает головокружение. Могу дошлифануть вас с третьим пунктом. Ба! Третий пункт. Идем. AirPods 3 Pro 5 штук. Фак. Да, Федор, 5 AirPods нахер. Но они, ну как сказать, не типа... Не по парам, а всего 5 наушников одиночных 5 разным людям. Сори, тут, ну, так вышло. Ну, зато, типа, как хэдсфри, блютуз гарнитура, идеально нахер. И в одном звуке, одном ухо будет всегда прям такой, типа. Но это плюс больше, чем минус, чат, вы поймите. Типа, вот по улице идете, дорогу переходите, в двух наушниках. Не услышали машины, едет бэнкс. Вас нет. А тут в одном идешь сразу наготове. Все схвачено, все вообще. Уже на подготовке на лютый идешь. Просто ни одного человека не пропускаешь. Все видно. Все нахрен эти рекламы, которые видите, информацию. Изучил уже. На рекламодателя пошел работать сразу. Говоришь, я всю рекламу знаю. Ладно, если что, 5 полноценных в коробочке запакованы, но Китай, да, копии, ну, сами понимаете, цены-то сейчас, ну, нахуй оригинал, да ну его в пизду. 1500, одна наушник. Реально? 1-1, один в один, Luxury Village на Барвихе, у вас билеты куплены, на Майбахе прокатка, до туда и обратно, вот. Заместо, ну, лучше, чем наушники, правильно? Ладно, нормально, все, оригинал, все без никакой подделки, чисто оригинальный Opel. Я даже не знаю, готовы ли вы к четвертому пункту, просто я сам не готов. То, что вы пристегнуты, это я еще 2 пункта назад знаю, что вы пристегнуты, и писать не нужно. Если пот прошел с вас... И вы уже в адекватность приходите. Я специально между пунктами разговор провожу, чтобы вы понимали. Так вот. For пункт. For you. От for нас хозяева. Ты шо? Позер? Позер. Ха. Зя. Е.
Четвертый пункт, дамы и господа. Play, stay, shm, five, three. Да, да. PlayStation 5-3. Новая, вышла только вчера. Вот она, мы... Еще даже нигде не продавалась. Просто свежий. Ну для вас, что думаете, жалко? Именно PlayStation 3, на ней зачеркнуто 5 написано. Ладно, PlayStation 5... Три штуки. Не паль. Only original for you. Only originals. Fucking shit. Что там на моих часах? Правильно. Пятый пункт, дамы и господа. Прошу вас любить и жаловать. Apple Watch SE. Три штуки. Да. Да-да. Я вижу, вы хлопаете. Да-да. Вижу. Спасибо вам за эти аплодисменты. Видно. Благодарю вас за это все. Sixth пункт for you. Готовы? Простите, сейчас я намекну. Шестой пункт. Игровой компьютер. Ценность данного компьютера по комплектующим собирает наш друг, который собирал много компьютеров для Владика, для Сани и так далее. Поэтому все по закупочной цене комплектующих на 150 тысяч рублей в этом компьютере. Для того, чтобы все-таки конкурс был для многих, а не для 6 человек, так как аудитория наша большая, правильно? Седьмой пункт. 500 тысяч рублей, 50 человек по 10 тысяч рублей. Итого, общий конкурс на 66 призов. Ценность данного конкурса 1 200 000 или 1 300 000. Общая вот такая вот тема. Я думаю, Костя, это что? Это межгалактический, дай отдышаться чату. Хорошо. Давайте я пока макаронов пригублю. Я надеюсь, кому-то мы сможем поднять настроение. Сразу говорю, не расстраивайтесь, что не выиграет. Так бывает, я сам в конкурсах ни разу не выигрывал, если честно. Условие будет простое для всех этого конкурса. Ну, завтра, наверное, уже пост мы сделаем и запустим через бота, чтобы кнопка была «Участвовать». Условие простое, и оно одно. Подписаться на все ТГ хозяев и все. Больше ничего не нужно делать. Я думаю, что несложное условие для общего приза 1 200 000. Без рекламодателей, без какой-либо рекламы, чего-либо. Нам никто не давал это по бартеру. Саня сегодня ездил закупать это все сам. Поэтому я просто прошу, кто не выиграет, не расстраивайтесь, так бывает. Типа, невозможно сделать так, чтобы выиграли все, иначе приз будет ничего, типа. Я подумал, что к Новому году было бы круто сделать конкурс, порадовать вас, так как в последнее время мы не часто стримим. Но есть причины на то какие-либо. Я до операции, редко стримил Казик. Потом, когда была операция, я мог дома только находиться, я чаще стримил. И из-за этого теперь сформировалось обо мне мнение, что я только Казик стримлю. Но бог с ними, пусть они так думают, мне без разницы. Мнение есть у каждого человека, и каждый может его высказывать, если ему хочется так думать или говорить. Нет проблем, пусть говорят. Это на первом канале такая телепередача была. Сори, интеграцию легкую запилил. Ага, без разницы, всех перебанишь. А чё? Их мнение говорить свое мнение, мое мнение забанить, что, если мне что-то не нравится. Это же мой канал все-таки. Короче, как-то так. Просто надеюсь, что это кому-то принесет радость в новом году. Боты здесь. Мне не нужен снег. Я не буду с ней, ты как Бармалей.